Когда-то Сергей Челобанов был молодым и подающим большие надежды исполнителем. Его заметила и взяла под свое крыло знаменитая уже тогда Алла Пугачева. Во многом благодаря протекции Аллы Борисовны Сергей стал в конце 80-х, начале 90-х большой звездой. Среди записанных с Пугачевой песен, хит «Незваный гость». Однако взаимоотношения как творческие, так и романтические Пугачева и Челобанова не продлились долго, примерно 3 года. Алла Борисовна быстро поняла, что Сергей, который был младше ее на 11 лет, не собирается остепеняться и завязывать с алкоголем и другими психоактивными веществами, и разорвала эти отношения. Накануне в эфир вышел анонс нового выпуска авторского ток-шоу Андрея Малахова, в котором рассказывалось, что проблемы Челобанова с алкоголем только усугубились со временем. В студии ток-шоу Андрей Малахов. Прямой эфир эксперта из числа российских знаменитостей посмотрит кадры, которые сняли на смартфоны соседи Сергея. В объектив попала и драка, и нападение на соседей, и приезд наряда полиции.